Мою книгу для землеройки номинировали в номинации поэзия. Вот, и каким-то загадочным для меня образом она попала в тройку финалистов. История с ней была такая, что я прислала подборку на соискание премии, получила ответ от оргкомитета, который попросил дополнительных сведений о том, откуда эта подборка. И я вот рассказала о том, что у меня готовится к выпуску книга в издательстве «Новое литературное обозрение», которое называется «Для землеройки». И тогда я послала просто вот рукопись со своей книги, которая теперь вот буквально на днях вышла. То есть это получилось очень удачно, то, что я смогла приехать в Москву из Германии, где я живу, на вручение премии и одновременно на презентацию своей книги. Ну, для меня это большая честь оказаться здесь сегодня. Я очень рада, что такая премия вообще существует, премия, которая не забывает о русскоязычных авторах, живущих за границей. Я считаю, что это одна из... Ну, вот существование в эмиграции — это одна из возможностей расширять возможности русского языка за счет контактов с другими странами, с другими культурами. Ну, вот я рада, что моя книга поэтому попала именно в этот шорт-лист.